Итак, господа, всем привет! Я как-то на своем канале, там во второй серии, по-моему, говорил о том, что как можно в деревне выжить и вообще развиваться, зарабатывать деньги. Вот, и способы. Вот, вообще способов заработать не прям, чтобы так стать шоколадно богатым, а, как бы сказать, для поддержки штанов, ну, жить и ничем себе не отказывать. Вот. В плане чего? В плане натурального мяса, натуральных яиц, там молока, либо еще что-то другое. Вот первый способ — это разведение курей. Вот, то есть, пожалуйста, покупайте цыплят, разводите. Вот, курица будет нести вам яйца, но при этом нужен какой-то специальный сельскохозяйственный опыт, работа именно с животными. Так, с бухты-барахты, это у вас просто ничего не получится. Человек, который хочет заниматься этим, должен действительно любить это дело. Да и вообще, мне кажется, любое дело, которое делается с любовью, вот, оно всегда, всегда приносит свои результаты, приносит свои плоды. Вот. И это первый способ. Бюджет минимальный. Вот, то есть на возведение каких-то клеток, там, либо еще что-то. Вот. Потом покупка. Можете сразу покупать несушек, петуха. Можете воспользоваться, как мы, соседскими петухами. У нас был свой петух, то есть у родителей. Вот. И получилось так, что соседние петухи, ну, заклевали мальчишку. Вот. В общем, мальчишка не справился и погиб. Вот. А теперь за гарем курей дерутся соседние курицы. Это здесь Галина Трофимовна, не помню, чей еще, Бановский, да, или Титаис? Да, Бановский. Вот. Ну, в общем, соседские. И тут они на нашей территории устраивают бои, кто лучше в них окажется. Турниры. В общем, если вам повезет, я обязательно сниму и покажу это. Вот. И если кому, конечно, будет это интересно, вот, можете тоже посмотреть. Будет очень прикольно. Такой петушинный бой. Вот. Так. Другой способ. В следующем видео я, наверное, покажу уже, как вы можете также разводить кроликов. То есть, что для этого нужно? Для этого нужно помещение. Кролики, вот 2-3 самки и самца, и, пожалуйста, 2-3 килограмма мяса за стол свежего, диетического. Вот, у вас всегда будут на столе. Всем пока. Кому понравилось, палец вверх. Кому не понравилось, тоже палец вверх. Вот, в общем, уж примите это видео такое, какой я есть. Все естественно, ничего практически не вырезается. Мы с дочерью не специалисты в сфере там снятия каких-нибудь экзотических, я не знаю, там каких-нибудь всяких фильмосов. Будем снимать все, что как есть. На этом деревенская жизнь, не знаю пока еще какая часть. Вот, а назовем мы ее, наверное, разведение. Разведение, Поля, подскажи. Разведение кур в домашних условиях. Да, разведение кур в домашних условиях с минимальным затратом. Всем пока. Подождите, прикол. Все, идем собирать яйца. Кстати, одну секунду. Вот те дрова, которые остались из-под срезов, из-под всего, мы применим для варки шашлыка, там, я не знаю, там, что-нибудь на Казани, уху какую-нибудь классную приготовим. Кстати, мы вчера ездили на рыбалку, наловили, ну, таких небольших карасиков, вот, но сегодня еще тоже планируем, и обязательно вам покажем, как на костре в домашних условиях сделать шикарную уху, просто пальчики оближешь. И шашлыки.